Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня вместе с вами мы будем добавлять в Майнкрафт без модов различные оружия, снайперские винтовки, эмки, калаши, мушкеты, гранаты и многое другое, и это, ребята, без модов. Если вы хотите больше таких серий, чтобы я еще попробовал добавить базуки и многое другое, самые крутые оружия с CS-ки, с Call of Duty, с Battlefield, а вообще с любых игр, ребята, я буду рад, если вы поставите лайк. Если мы с вами сможем набрать 2500 лайков на вот этой серии, а я верю в то, что мои подписчики смогут это сделать, я, ребята, завтра же выпущу новую серию, новое видео с такой же рубрикой без модов, где я также буду добавлять что-то новенькое в Майнкрафт без модов. Я, ребята, вас люблю, верю и надеюсь, что вы поставите лайк и также подпишитесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Также можете рассказать об этом видео своим друзьям, сделать репост ВКонтакте, чтобы больше людей о нем узнали. И также, ребята, можете написать свой комментарий, чтобы я на него ответил, потому что я читаю все ваши комментарии. Да, ребята, и в первую очередь, что нам нужно сделать? Кто помнит, то вроде на прошлой неделе вышла первая серия, где мы рассматривали. Что мы рассматривали? Мы рассматривали револьвер, пистолет, P90 и дробовик, ребята. Я заметил то, что эта серия вам понравилась, потому что мы там набрали больше, чем 2500 лайков. И это, ребята, за это вам большое спасибо. Вы офигеть, какие молодцы, ребята. Я вас всех люблю и большое вам еще раз спасибо. И поэтому я выпускаю следующую часть, ребята, где мы сегодня будем также все додавать, только сегодня будет М-ка, калаш, снайперские винтовки и многое другое, ребята. В первую очередь, как нам выдать командный блок, потому что, кто не помнит, я покажу, как устанавливается команда. Мы выдаем себе командный блок с помощью вот такой команды, которую вы сейчас видите в чатике. Потом, ребята, ставим его на землю и прописываем в него первую команду, ссылка на которую уже находится в описании, ребята, заходите и скачивайте. Тут нажимаем всегда активный для того, чтобы команда работала всегда, и в принципе ее не нужно было активировать с помощью каких-то других редстонов. Как видите, ребята, она успешно установилась, но сейчас нам нужно установить еще вторую команду, которая находится вот тут. Вот, ребята, вторая команда, мы сюда ее вписываем и также тут нажимаем всегда активный. Вот, ждем, и все, ребята, успешно команда была установлена в наш мир Майнкрафта. Сейчас, ребята, мы можем скрафтить верстак для того, чтобы покупать там, крафтить различные оружия. Как он крафтится? Нам нужно 8 досок и также полстака железа. Мы выкидываем это на землю и, как видите, у нас появляется верстак для крафта оружий. Мы, допустим, его ставим вот сюда. Сейчас больше он нам, ребята, даже не нужен. Что нам нужно сейчас сделать? Как видите, тут есть различные оружия. В предыдущей серии мы закончили вот тут на P90. Сейчас мы будем, ребята, рассматривать следующее оружие. Первое оружие — это у нас АК-47. Все знают, что это за оружие, все его любят, поэтому, ребята, его характеристики немного слабее, чем петуха, мне так кажется, как я понял. Но скорострельность такая же, ребята, 5 пуль в секунду. И как он крафтится? Нам нужно, ребята, 16 досок ели, и также 16 железа. Мы это все ставим вот сюда, в этот верстак, ребята, и покупаем АК-47. Какие патроны для него нужны? Давайте я вам, ребята, покажу, они уже у меня есть в инвентаре. Нужны вот эти rifle clip, то есть патроны для автомата. Крафтятся они с помощью 16 пороха и 4 железа. В каждом магазине по 16 пуль. У меня уже в инвентаре есть несколько таких магазинов. Я сейчас себе еще больше вот так сделаю, ребята. И давайте мы посмотрим на наш калашик. Это, ребята, без модов. Это все обычный Майнкрафт на версии 1.9.2. И также не забудьте включить вот текстурпак, который у меня тут находится, потому что без текстурпака у вас не будут просто показываться пушки. Но, как видите, это действительно работающий АК-47 в Майнкрафте вообще без модов, ребята. Как он стреляет? Бум! 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 А если зажать... У меня звук как включен, нормально. А если зажать, ребята... Быстренько. Но давайте, как мы обычно сделаем. Как мы обычно, ребята, сделаем тест на оружие. Вот давайте мы поставим тут еще одного зомби и тут еще одного зомби. Ух, какой ты красавец. Сейчас, ребята, мы сделаем тест нашего оружия. Со скольких патронов он убьет нашего зомби? Я выключу гейммод, чтобы вы видели то, что это все работает отлично. И давайте проверим также его скорострельность, проверим его урон и также проверим его отдачу. И что самое главное, дальность. Отдача, как видите, у каждой пушки есть отдача. Хоть это и Майнкрафт, но в оружии есть отдача, и она всегда, ребята, была. Давайте сейчас проверим, насколько хорошо это оружие, то есть со скольких выстрелов оно убьет вот этого зомби. Давайте посмотрим, ребята. Один выстрел, два, три, четыре, пять...
6. В принципе, такой же урон, допустим, как и в петуха, и револьвера, и пистолета. Мне что-то вот так кажется. Но оно круто выглядит. И, в принципе, какая же тут скорострельность, ребята. Давайте мы посмотрим. Также вы можете контролировать свой спрей, свою раскидку. То есть, если я зажму просто правую кнопку, смотрите, то у меня будет отдача. А я смогу ее контролировать, допустим... Кто меня бьет нафиг? А я ее, ребята, смогу контролировать так же, как в кэске, допустим. Давайте я еще раз. Пум-пум-пум-пум. Офигеть, какой крутой, реально работающий просто калашик, ребята. И сейчас мы давайте посмотрим, как же хороша тут дальность. Дальность оружия. Вот отсюда. Да, как видите, отсюда мы уже промахнулись. Я стрелял вот сюда ему в пупок, а попал вот сюда. Давайте мы посмотрим. Отойдем. 3, 4, 5 блоков. Вот сюда, на 5-й. Попадаю. 6, 7, 8, 9, 10. 10 блоков. Попадаю. 11, 12, 13, 14, 15. Попадаю, но прям уже в мизинчик я ему попал. Сейчас тоже. Сейчас тоже. Хоть, в принципе, более-менее нормально. Давайте еще раз, ребята. 16, 17, 18, 19, 20 блоков. Да, я все же попадаю. Мне кажется, дальность тут даже очень прикольная. А если мы сюда станем... Ух, вот сейчас, как видите, уже куда-то вот сюда стреляет. Уже куда-то вот сюда, если я по центру стану. Не, ребята, сейчас уже дальность очень большая. Мы стоим вот тут, а пуля летит куда-то вот сюда. А если мы сюда станем? То сейчас мы попадаем, то есть вот тут у нас уже предел. И это, ребята, знаете, что я опять сейчас подумал? Это будет отличная идея, если я, допустим, на вот этих пушках в ванильном Майнкрафте без модов сражусь с каким-то моим другом, да, допустим, в каких-то вот этих зданиях, на крыше этого здания, сделать такую перестрелку, дробаш в руке, потом пистолет, потом... АК, снайперская винтовка и вот такая перестрелка друг с другом. Ребята, как вы на это смотрите? Мне кажется, действительно будет очень даже интересно. Если вы, конечно, это хотите, то напишите комментарий, ребята. Я, конечно, выслушаю ваше мнение. Если вы захотите, то я, конечно, это и сделаю. Да, ребята. Но давайте мы будем приступать к следующему оружию. АК, конечно же, крутой. Но давайте мы посмотрим, ребята, какое у нас есть еще оружие. Оно, если честно, тоже очень крутое. Мушкет! Он крафтится с помощью 4 железа и также 8 темных досок. Давайте мы поставим это все сюда, в этот верстак, и посмотрим на наш мушкет. А мушкет, ну, как объяснить, что это такое? Это мушкет. Мушкет это мушкет, так же, как и калаш это калаш. Калаш это автомат, а мушкет это... Винтовка с скользящим затвором. То есть, если вот так объяснить, это полуснайперка. Можно объяснить вот так. Она имеет бешеный урон. 12... Мать его, урона. 12, ребята. И также 3 секунды перезарядки, потому что это все же мушкет. Вы выстреливаете, патрон вылетает, потом нужно взять один патрон, засунуть вместо старого и опять выстрелить. То есть скорострельность очень медленная, но в принципе так же, как и в реальной жизни. И вот, ребята, у нас наш мушкет. Давайте проверим, какая же у него убойная сила, ребята. Мне кажется, то, что она будет офигеть какой большой. Давайте мы посмотрим, ребята. Один выстрел. Бум! Сейчас 3 секунды нужно ждать для перезарядки. 2 выстрела. Бум! 3 выстрела. Как вы видите, мушкет стреляет очень и очень больно. Да, ребята? И давайте мы еще раз посмотрим. Давайте с этого расстояния. Вот отсюда. Бум! 1 выстрел. Бум! 2 выстрела. 3 секунды прошло. И... Бум! 3 выстрела. Вот с дальней дистанции уже урончик послабее. Сейчас я вообще не попал. То есть это уже слишком большая дистанция пошла. Сейчас я тоже не попал, значит, где-то вот тут лимит вот этой пушки. Нет, значит, вот тут. Вот, это лимит пушки, ребята. Пум. А почему я сейчас так? Сейчас как-то туго он стрелял. А ну да, давайте отсюда, вот где-то так. 1, 2, 3, 4, 5. 5 выстрелов. Я не знаю, почему 5 выстрелов, если у него урон 6 сердечек. То есть, по идее, он должен убивать где-то с 3 выстрелов зомби. Я не знаю, почему так. Но все же, ребята, вот наш мушкет. Если честно, он даже в руке выглядит очень красиво. Да. А сейчас у нас, ребята, на подходе следующая пушка. Это снайперская винтовка, ребята. Снайперская винтовка. Как она крафтится? Она крафтится с помощью 16 железа и также 20 бирюзовых досок. Снайперская винтовка. Офигеть, как она круто выглядит. И даже вы можете, ребята, прицел увеличивать. То есть, смотрите, вот это я просто держу снайперскую винтовку, а вот это я целюсь через прицел. Нажимаю буковку F, и, как видите, я приближаю.
Отдаляю, приближаю. В ванильном Майнкрафте, снайперская винтовка, без модов. Ребята, это просто офигеть. Дайте я включу день, чтобы было намного лучше видно. И давайте мы сейчас, ребята, испытаем нашу снайперскую винтовку. Насколько она хороша. Тут пишет то, что урон 10 сердечек. Давайте посмотрим, выстрелим. Торопимся, ребята, торопимся. Для снайперской винтовки нам не подойдут ни вот эти патроны, ни вот эти, которые идут для пистолета, ни вот эти, которые идут для, для автоматов, да? А вот эти, то есть для снайперки нужны отдельные патроны, ребята. А для снайперской винтовки патроны крафтятся с помощью двух железа и также двух пороха. Вот так, ребята, они крафтятся. Вот так. Один патрон для снайперской винтовки очень дорогой, как вы видите. Поэтому перезарядка у снайперской винтовки целых 4 секунды, ребята. 4 секунды. Вот так. Давайте мы сделаем немного так выстрелов. В принципе, да, очень дорогие пули для снайперской винтовки, но все же, ребята, это же снайперка. И давайте мы посмотрим, насколько же хороший тут будет урон. Если он будет действительно стоящий, то мне кажется, то, что нужно будет покупать эту снайперку. Давайте мы, ребята, посмотрим. Бум! Выстрел! То есть с одного выстрела мы убили зомби. Давайте еще раз. Сейчас через, ребята, через прицел. Бум! Выстрел! Давайте отсюда как раз дальность проверим. Сейчас вот. Значит, у каждой пушки дальность где-то вот тут заканчивается. Бум! Выстрел! Что-то мне кажется, то, что это снайперская прям убойное оружие. Давайте мы посмотрим, со скольких выстрелов она сможет убить железного голема. Железного, ребята. Офигеть. Вот я прям сейчас действительно хочу посмотреть, со скольких выстрелов она сможет его убить. Если хотя бы с двух... Нет, с двух это будет чересчур. Это чересчур как мощно, потому что у голема вроде 100 жизней. Если с двух выстрелов, то это офигеть как. А тут пишет 10 сердечек. Поэтому, ребята, давайте мы посмотрим, со скольких выстрелов она сможет убить нашего големчика. Давайте выключим гейммод, чтобы было сражение. И давайте, ребята, посмотрим. Цветочки. С одного выстрела. Эта снайперская винтовка убьет даже голема просто с одного выстрела. Я не знаю, может это был хедшот, поэтому такой критический урон. А если нет, то любой, кто знает стрелять с АВП, будет просто богом в Майнкрафте. Потому что вы просто целитесь, убиваете, пум, один выстрел. Вашего врага просто нету. Это офигеть как круто, и это уже мое самое любимое оружие. Офигеть, вот эта снайперка, это прям жесть. Но, ребята, мы будем приступать к следующему оружию, что у нас напоследок. Это М4. Статы такие же, как в калаша, немного меньше урона, потому что у М-ки меньше урона, чем в калаша. И также 5 пуль в секунду наша М-очка может выстреливать. Экономный вариант, потому что... М-ка крафтится только железо и редстоуна, тут не входит дерево. Вот, ребята, давайте мы посмотрим, как же крафтится, да почему, вот. А как же крафтится наша М-очка, вот так, ребята. Assault Rifle, то есть М-ка, вот так, ребята. Очень крутая пушка, какие патроны для нее нужны, вот эти, Rifle Clip. И давайте мы посмотрим, какой же она представляет себя урончик. То есть, мне кажется, такой же 6 выстрелов минус 1 зомби. Давайте, ребята, мы посмотрим. Один выстрел, бум, 2, 3, 4, 5, 6. 6 выстрелов. Да кто меня бьет нафиг? 6 выстрелов. Да кто меня бьет нафиг? Что за бред? А, это вот эти пули от этого зомби отлетают и в меня бьются. Круто. Но все же, ребят. Бум, на, зараза. Как видите, эти пушки, они действительно очень крутые, ребята. И если действительно устроить вот такое сражение с другом на вот этих пушках, ребята, это будет что-то суперское. Это будет что-то суперское, я вам честное слово говорю. Потому что это нереально круто. Но, ребята, перед тем, как мы закончим эту серию, у меня для вас есть еще два оружие, которое мы можем использовать в нашем обычном Майнкрафте. Первое оружие — это световая граната. Это флешка, если называть языком сесеров, да, или как это можно сказать. Флешка, да, флешбэнг. Что она делает, ребята? Если мы, допустим, заспавним 3 зомби и кинем флешку, кинем ее на землю, вот так, через 2 секунды она взорвется.
И каждый, кто был в радиусе взрыва этой флешки, а флешка работает в радиусе 10 блоков, как видите, он может ослепиться, и также, ребята, он будет неподвижным где-то на 3 секунды. Мало того, что он будет ослеплен, мало того, что появятся вот это белые эффекты, да, как будто флешка взорвалась, так вы еще не сможете двигаться где-то в течение 2-3 секунд. Это, ребята, круто, и, в принципе, если использовать это против игроков, то игроки, которые будут в радиусе 10 блоков от вас, будут просто напросто неожиданно как-то, неожиданно спугнутый, потому что это офигеть, ребята, флешка даже в Майнкрафте. Но у меня есть, ребята, еще последнее оружие для вас. Что же за это последнее оружие? А это, ребята, у нас граната. Это у нас граната, которая крафтится с помощью 4 досок и 24 вот так пороха. Это липучая граната. Она взрывается после 2 секунд. Нет, сейчас, вот давайте вот это поставим. Тут хоть пишет после полусекунды, но она взрывается после 2 секунд, после того, как вы ее выкинете. Давайте, ребята, мы посмотрим. Это граната. Допустим, выкинем мы ее вот сюда. Давайте мы как раз заспавим зомби, чтобы посмотреть на радиус ее взрыва. Если источник не врет, то у гранаты намного, ну не намного, чуть лучше взрыв, чем у того же TNT. То есть она чуть-чуть мощнее, чем TNT. Поэтому, ребята, сейчас мы посмотрим, если выкинем ее, допустим, вот сюда. Да, как видите, она не взорвалась. То есть она взорвалась, да, но она не убила даже того же зомби. А вот сейчас она и зомби убила, и все разрушила вокруг. Давайте, ребята, мы еще раз посмотрим, если выкинем ее, допустим, ну, допустим, какое-то нападение спецгруппы, спецоперации, где-то вот в этом доме. Нам нужно проломить вот эту стену. Проломит ли вот эту стену, давайте вот эту, потому что тут больше стен. Проломит ли вот эту стену вот эта граната, ребята. Допустим, если мы ее выкинем куда-то вот сюда. Да, и как она ее проламывает, это просто офигеть. А если, допустим, мы хотим выйти через другую стену. Да, ребята, как видите, граната отлично работает. А вот эта стена, давайте мы угол подорвем. Вот так. Бум! Офигеть! Еще раз, потому что... Сейчас. Нет! Не туда я чуть-чуть выкинул. Но, ребята, давайте мы выкинем ее куда-то. Куда-то вот сюда. Смогу ли я ее вот сюда выкинуть? Да! Вот! Во-во-во-во-во! Да, как видите, граната отлично работает, и это, ребята, очень круто. Она отлично справляется со своей работой, и как видите, ребята, это последнее оружие в этом, не моде, я хотел сказать мод, но это, ребята, не мод. Вы в любой момент можете зайти, скопировать эту команду и установить ее в ваш мир Майнкрафта и убедиться, ребята, то, что я не вру своим подписчикам, потому что это действительно команда. Это не мод, я даже на ваших глазах ее устанавливал. Поэтому, ребята... Я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Вот такой, да? Вот такой, только в два, ребята, раза больше. Я буду действительно очень сильно этому рад. Если мы с вами сможем набрать 2500 лайков, а я верю, ребята, то, что мы с вами сможем набрать, потому что вы мои подписчики, ребята, я в вас верю и надеюсь. Наберем 2500 лайков, и в следующей серии я выпущу ее завтра. Я покажу, как делать другие снайперки, как делать еще калаши, как делать базуки, как делать... Вообще, пистолеты-пулеметы, Desert Eagle, то есть Deagle, двойные пистолеты и все оружие, ребята, которые вы только где-то встречали в каких-то играх. Поэтому, ребята, если вы хотите новую серию с оружием и, в принципе, совсем другим, с бронькой даже какой-то там кибернетической и многое другое, ребята, влепите большущий палец вверх, я буду этому рад. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Можете рассказывать об этом видео своим друзьям, делиться на вашей странице ВКонтакте, чтобы больше людей узнало, как же делать оружие в Майнкрафте. И также, ребята, можете оставить свой комментарий, я читаю все ваши комментарии, буду рад, ребята, на них ответить, поэтому не стесняйтесь, ребята, я приглашаю на мой канал вас завтра, видео выходят каждый день приходите на мой канал, и я всегда буду вас рад видеть. Большое спасибо вам, ребята, еще раз за просмотр, всем удачи и всем пока!